И она говорит: «Ты же, мальчик мой, просто так. У меня к тебе ни надежд, никакой любви. Наша тонкая связь – безделушка, игра, пустяк. Если хочешь, сию же минуту ее порви. Ты же знаешь, мой славный, так проще, без драм, без слез. Не держу, не прошу, не скандалю по пустякам. Но не вечно же воском горячим ладонь стекать. Ты подумай, родной, ну зачем я тебе нужна? Я же девочка-вспышка, подтаявший хрупкий лед. Не твоя, не чужая, не дочь тебе и не жена, а упрямая нежность, как насморк, она пройдет». И она замолкает, а сердце стучит быстрей, и по ниточкам вен расползается липкий страх. Если он никогда-никогда не вернется к ней, ей не выжить тонким ростком на семи ветрах. И корит себя мысленно: «Боже, ну кому я вру? Ну зачем эти сказки, нелепейшая лапша? Этот мальчик – настоящий мужчина, отец и друг. У него на груди дремлет кошкой моя душа». Он кивает, внимательно слушает и молчит, но в кармане до хруста сжимает в кулак ладонь. Как ей глупо сказать, что она его крепкий щит, что она ему тихая гавань, маяк и дом. Что-то надо ответить, и он говорит: «Окей». Так банально, как, впрочем, и все, что тут не скажи. Он берет ее за руку, согревает в своей руке, а она лишь теснее прижимается и дрожит. И сидят отрешенные, думают о своем, будто сонные рыбы уходят на дно реки. Непонятные, глупые, но вдвоем, насмешившие небо, влюбленные дураки.